Добрый день, дорогие наши подписчики. Совсем недавно мы открыли этот новый вольер для гамадрилов. Вольер очень большой, очень удобный. Есть и гора у них здесь, и площадки смотровые, и все бы ничего. Но гамадрилы очень-очень хитрые, умные, ну, потому что талантливые. И научились все-таки использовать микро там всякие зацепы, трещины. И несмотря вот на этот метр со стеклом и пластиком, все-таки были попытки, и несколько гамадрил вышли на территорию вот слонового вольера. Ну и бегали, безобразничали. Поэтому сейчас мы установили электропастух теперь. И надеемся, что больше они уже электропастух не преодолеют, поскольку там 4000 вольт. Вот там две линии идет. Вот, но вот сейчас попыток не было. Мы сейчас выпустили, будем наблюдать за ними. Электропастухи применяются повсеместно во всех зоопарках Европы. Очень дешевый и надежный вид непреодолимого препятствия для многих животных. От мелких хищников, копытных, до слонов. Все ходят под электропастухами. Ну вот у нас этот электропастух получается первый. Так что радуемся за павианов, за большую семью павианов, которые наконец будут в своем большом вольере жить, размножаться здесь и радовать наших посетителей.